Что я его знаю, ну я не знаю, 100 лет, хотя я столько не прожил. То есть человек, который умеет располагать к себе, это если говорить о его человеческих качествах, очень добрый, очень отзывчивый. Если говорить о профессиональных качествах, то это человек, который уже достаточно давно в этом бизнесе, и человек, который очень четко понимает и знает все механизмы нашего бизнеса. Знакомство с ним поменяло качественно внешний вид кораллового клуба в моем городе. И я знаю точно, что Воронеж уж точно ему и Константину Хохлову очень благодарен, поэтому встречайте! Сейчас на эту сцену выйдет руководитель департамента продаж Суворов Михаил! Михаил Суворов! Добрый день, уважаемые коллеги и друзья! Добрый день, уважаемые лидеры Coral Club! На самом деле, мне очень приятно видеть вас в этом зале, потому что осенняя волна добралась до столицы нашей страны, и она проходит в Москве. Действительно, это незабываемые 2 дня, где вы получите необходимые знания и мотивацию для достижения новых результатов, новых успехов и избыту ваших мечт. Если перейти сегодня непосредственно к моей теме, то это инструменты увеличения товарооборота, и хотелось показать, что мы можем еще использовать в нашей работе для увеличения этого результата. Сетевой маркетинг на сегодняшний день – это действительно замечательный бизнес и образ жизни. Не правда ли? Скажите, пожалуйста, все ли мечтают быть здоровыми? А все ли мечтают быть счастливыми? И я уверен, что все, безусловно, мечтают быть финансово независимыми. И на сегодняшний день сетевой маркетинг является мощным и эффективным инструментом продвижения товаров и услуг до конечного потребителя. Это действительно замечательный бизнес от человека к человеку, от сердца к сердцу, из уст в уста. И для того, что мы видим за развитием наших лидеров, тот колоссальный труд, который они вкладывают в развитие своих структур и, безусловно, каждый день трудятся над тем, чтобы увеличить товарооборот и получить свою финансовую независимость. Существует формула, которая определяет товарооборот. Это произведение этих показателей. Количество членов клуба вашей структуры, умноженное на их активность непосредственно в этом месяце, умноженное на средний заказ, который они делают в течение этого периода. Как вы думаете, на какие показатели мы можем влиять в этой формуле для того, чтобы увеличить товарооборот? На самом деле на все. Безусловно, на все. И давайте посмотрим, какими инструментами мы можем пользоваться для того, чтобы повлиять на эти показатели. Итак, перейдем к количеству членов клуба. Безусловно, и на первом месте это всегда будет стоять приглашение новых людей, знакомство с компанией и показывать им все преимущества работы с Coral Club. Но при этом мы не должны забывать о том, что у нас есть и спящие члены клуба, с которым мы также должны продолжать свою активную работу и различными способами приглашать их на встречи. Если посмотреть сейчас статистические данные успешных лидеров, которые развиваются, то мы видим, что пропорции, если взять все 100% человек, которые присоединились в этом месяце, то из них это 70% новые люди и 30% это те спящие члены клуба, которые были неактивны 2 и более месяцев. Безусловно, если мы посмотрим немножко дальше, есть замечательные, выдающиеся результаты в компании, которые показывают просто великолепный рост. Фактически с декабря месяца, с ноября месяца, зарегистрировавшись в компании, человек уже достиг уровня ранга бриллиантовый директор. И если посмотреть на его товарооборот, то он увеличился в 9 раз, а его команда за этот период увеличилась в 11 раз. Безусловно, нам всем стало интересно, что же они такое делают и как их рабочий день выглядит в их повседневной жизни. И показывается, что это всего лишь 10 назначенных встреч в день, которые из них 5 действительно состоялись и были проведены. И один новый член клуба в день зарегистрировался. Итого это 30 человек ежемесячно. Вот такие результаты показывают непосредственно активные наши лидеры. Можно еще следующий слайд?
Если посмотреть приглашение и как, на сегодняшний момент все вы обладаете большим количеством инструментов по приглашению людей в компанию. Это начиная от индивидуальных встреч, это домашние кружки, это различные соцопросы, это соцсети и так далее. Можно перечислять до бесконечности. Но самое главное, что стоит за этим, это ежедневное, и я повторю, что ежедневное пополнение списка своих знакомых, списка рекомендаций, которые у нас есть, и с которым лидеры ежедневно работают. И это, безусловно, приносит те результаты, которые мы видим. Также еще есть уникальная возможность приглашать людей на все мероприятия, которые проходят в офисе компании, которые проводят в ваших структурах. Безусловно, есть и возможность приглашения на праздники продуктов. И сегодня вы услышали, что нас ожидает большое количество новых продуктов. И у вас есть возможность сообщить новым и потенциальным людям присоединиться к данным праздникам и принять активное участие. Если же мы посмотрим, собственно, где мы можем заниматься нашим великолепным бизнесом. Если сказать в рамках России, я вам уверенностью могу сказать везде. Везде найдется возможность и потенциал для развития любого члена клуба в наших командах. Поэтому можете работать абсолютно в любой точке страны. Конечно же, наверное, вам будет выгодно этим заниматься там, где есть офисы продаж, но при этом не забывайте, что у нас есть доступная возможность доставки в любые регионы страны. И welcome, поэтому у вас абсолютно нет никаких ограничений для активного роста. Если мы посмотрим дальше, и что же мы можем предложить нашим спящим членам клуба, те, которые по какой-то причине стали неактивными. И здесь, наверное, самый эффективный способ это является позвонить личный контакт, потому что лучше вас этих людей никто не знает. Но при этом им не нужно забывать о тех новых технологиях, которые вы можете использовать в своей работе. Это, безусловно, и соцсети, это Skype, это SMS, это Viber, любые информационные технологии, которые помогут донести информацию до ваших людей и сподвигнуть их прийти в офис компании или прийти к вам навстречу. Дальше, если посмотреть, можно следующий слайд. Конечно же, работу со спящими можно проводить и в формате приглашения их на мероприятия, которые также проводите вы. Ярмарки здоровья. Даже есть такой один секрет, это вовлечение тех спящих членов клуба, провести фокус-группу по, не знаю, опросу или определению качества продукта, вкус, цвет, нравится, не нравится, например, по коктейлям. И когда человек приходит, ему же тоже интересно поучаствовать в каком-то проекте, он немножко погружается в компанию, погружается в этот продукт и думает, а что я, собственно говоря, вообще не приобретаю? Почему я, собственно говоря, забыл это делать ежедневно? Поэтому на сегодняшний момент важно ваше внимание к таким людям и, безусловно, их плотное вовлечение во все активности, которые вы проводите в своих структурах. Теперь мы поговорим немножко еще о дополнительных инструментах, которые можно использовать в своей работе для того, чтобы увеличить количество членов вашей команды. Появились замечательные инструменты. Это 5% дополнительный бонус рекомендаций, который вы можете рассказывать всем своим потребителям, вовлекая их в активную работу и в первые шаги приглашения новых людей на бизнес-рекомендации. Сегодня уже говорили замечательное соревнование дистрибьюторов достижений в движении. Вы совмещаете приятное с полезным. Вы участвуете в программе, приглашаете новых людей, и за вашу активность компания вас благодарит вознаграждениями, которые вы дополнительно можете получить как бонусы. Это тоже приятно. И третий инструмент – это акция льготной реактивации. У вас есть возможность до конца года позвонить всем своим бывшим дистрибьюторам и пригласить их в компанию, чтобы они восстановили свой статус дистрибьютора абсолютно бесплатно. Поэтому используйте эти инструменты для создания мощной и эффективной своей команды. Вернемся в следующий пункт, и это наша замечательная активность. И на сегодняшний день увеличение данного показателя является вовлечение ваших членов клуба, чтобы они ежемесячно размещали заказы в Coral Club. Конечно же, хочется, чтобы все ваши члены клуба это делали не один раз, а два, три и четыре раза в месяц.
Как мы можем это использовать и какие инструменты? Безусловно, это информация о тех акциях, которые есть в компании. Это информирование о новинках и приглашение на праздники продуктов. Безусловно, если мы говорим про все эти акции, просто люди не способны полностью контролировать весь свой информационный поток. Но если ваша целенаправленная коммуникация будет донесена до этого человека, я больше чем уверен, что большая часть согласится присоединиться и прийти к вам навстречу. И такое понятие, как постпродажное сопровождение. А что же это такое? Потому что зачастую бывает, когда мы рассказываем о продукте, мы в дальнейшем зарегистрировали человека, он сделал заказ, но дальнейшую жизнь мы его не поддержим. А что стоит нам позвонить через 2 дня, узнать о его первом опыте применения нашего продукта, через 2 недели узнать о результатах, которые он уже получил, а через 2 месяца позвонить и напомнить, что его продукт уже закончился, и он должен прийти снова к нам для того, чтобы его приобрести. Поэтому данный инструмент тоже необходимо использовать в нашей работе. Следующий слайд. Теперь, если, это как раз то, о чем я уже сказал, и поддержка наших потребителей. Следующий слайд, если можно. И теперь мы придем еще к одному показателю, это увеличение среднего заказа. Что здесь мы можем предложить нашим членам клуба? Это грамотная рекомендация продукта, это комплексные продажи, и действительно мы должны понимать, что если мы предлагаем шейк, то мы можем предложить шейкер. Если, предположим, мы предлагаем MLive, то мы предлагаем триггер. Если мы предлагаем, коловату, то мы можем предложить суперфлору и коралмайн. И все это в совокупности увеличивает средний заказ. И плюс, даже когда человек берет из каких-либо наших направлений продукты, всегда напомнит, если он что-то приобрел для своего здоровья, то напомнит, что он может еще и купить продукты, которые помогут сделать его дом еще чище. И это важно помнить и использовать в своей работе. И, конечно же, это подарки к праздникам. Мы не должны забывать, что хороший повод позвонить своим людям, поздравить с днем рождения или с какими-то датами, знаменательными в его жизни. И предложить приобрести продукты в этот знаменательный день. Теперь, если мы посмотрим на эту замечательную формулу, которая описывает товарооборот, то мы можем видеть, что мы можем влиять на все показатели и на количество членов клуба, и на активность, и на средний заказ. Но если мы это будем делать в комплексе и будем влиять на все эти 3 показателя, то нас ждет ошеломляющий успех. Я уверен, что ваши структуры увеличатся в разы, и тому уже есть первые примеры, которые были сегодня на этой сцене. И я вам желаю успеха, развития вашего бизнеса, новых людей и большие, эффективные, сильные команды. Спасибо вам большое за внимание и до новых встреч.